Привет! В эфире Выдумщики.ру и с вами я, Любовь Шиниман. Сегодня я хочу вам показать обновленную рецептуру мыльной основы Active Dessert. Мы изменили состав этой основы, и теперь она стала еще более полезной. Кроме того, основа приобрела совершенно новую текстуру, которая обязательно понравится и взрослым, и детям. Только посмотрите на это! Сейчас я вам покажу эту текстуру. Абсолютно воздушная масса, которая не оседает со временем. Можно сделать мыло для интимной гигиены. Можно сделать веселое средство для купания для ваших детей. Дети будут в полном восторге от такого средства. Только представьте, розовое. Голубая масса, которой так приятно мыть тело и волосы. Это текстура настоящего облака или взбитых сливок. Очень приятно ощущается в руке. В новой рецептуре Active Dessert содержится еще больше кокосового масла. И мы добавили туда еще масло ши, которое невероятно полезно для ухода за кожей. Обязательно попробуйте обновленную рецептуру Active Dessert, и вы не останетесь равнодушными.